Эта модель, кто не, если кто не понял, она всегда красиво сидит. Я, говорит, если сяду, то красиво сяду. Во мне сейчас белка ползает, злодейка. Ну-ка. А ты ешь, что ли, эти? Слышь? Ну, злодейка какая. А это все сидит красиво. Я как красиво как сел, у меня не сдвинешь с места после этого. Еще одна убежала белка, вторая полезла по мне. Это что такое? Ну, ребята, вы хоть промежутки делаете. Нет, говорит, не будем. Какие промежутки, говорит? Ты давай, не отвлекайся, говорит. Мы сами возьмем, что нужно, говорит. А это все сидит красиво. Я, говорит, села красиво, меня не сдвинешь ничем отсюда. Потому что, говорит, я очень красивая модель. Я, говорит, модель. И сидеть умею только красиво. Вот так вот. Тут, кстати, редкий момент, когда голубей нет. Один голубь тут ходит. Но он, по-моему, тут уже объелся всего. Мне некогда его одного гонять. Одно дело, когда там, не знаю, 20 голубей, а другое дело один. Один, ну и ладно, пусть там бегает. Вот. Не, если кому интересно было, почему белку модель зовут, а вот потому что она вот так вот умеет сидеть. Красиво села, я, говорит, села красиво. И она же не просто на землю села, она села на корешок какой-то там. Еще она любит вставать на задние лапки, так прижимать передние и смотреть вправо-влево, вот так вот, не спеша, чтобы можно было ее снять. Очень хорошая. Для блогера это находка какая-то, а не белка. Вот он, голубь тут, бродит тут. Я, говорит, брожу тут. Пока там белки сидят. Он там лазит, да, по мне. Но они сами залазят. Модель сейчас, мне кажется, она ко мне побежит. Да, я, говорит, сейчас к тебе побегу. О, да. А ты не по той ноге полезла, слышь, модель. А я, говорит, поняла, говорит, это ошибку свою. Не, просто у меня вот эти вот молодой фундук в этом кармане лежит, в правом. Злодейская белка. Сколько там? 4? Побежали, говорит, мы. Не по той ноге ты полезла, и ты тоже не по той ноге полезла. Они все ищут лесные орехи, а лесных орехов сейчас очень проблема. Учеба. Да я тебя поймаю. Нет, говорит, не дам. Повеслась. Вы только лесные орехи берете, а вот такие берете, нет? Солнце. Хотя бы ты. Может, ты возьмешь такой, нет? Я давал, нет, не возьму, точно не возьму, нет, говорит, не возьму, точно. Злодейка какая. Лази по мне. Разморки, конечно. Ну и где вы все? Не нужны. Тебе точно, нет, я, говорит, возьму, а что, говорит? Никто тебе. Не дали белки взять орешек. Это что такое? Солнце. Это, говорит, не то, говорит, ты мне даешь, говорит. Это гадость какая-то. Хоть кедровых возьму, что ли. А вот правильная белка лезет в правильный карман. Стырила. Моментально, вот. Белка
Орешек стрелял буквально за раз. На ощупь, я говорю, на ощупь. Орешков этих больше нету. Вот проблема в чем. Не подвезли их сегодня. У меня там оставалось полкило примерно, я их принес сегодня. Лесных орехов, да. Молодых. Молодых. Молодой фундук. Я, правда, не уверен, фундук это или лещина. Сейчас не понять. Стырил орешек. Бежали, блядь мы. А голубь там, не знаю, он, кстати, уже в десятый раз туда приходит. Он должен был наесться уже, не знаю как. Это я к тому, что голубей невозможно, мне кажется, накормить окончательно. Вот он, голубь ходит. И такая проблема, что если один пришел, то, конечно же, второй, конечно, прибежит. Сразу за первым. А у меня вот эта штука есть. Да. Ну все, такая зарисовочка с красивой моделью. Я, говорит, красивая модель, говорит. Тут никуда не деться. Такая родилась, я, говорит. А ты такой не берешь, да? Слышь, владейка, это, по-моему, модель. Иди сюда. Ты такой не берешь, да? Нет, говорит, такие гадости я, говорит, не беру, ты чё? Ну ладно. Модель, иди сюда. Модель. Убежала. Куда-то убежала. Все. А, вот она. Нет, это не она. Или она? Нет, не она. Похожая какая-то. У модели мех темный, а это светлый мех. Это не модель, да. Чего-то я, говорит, чую. В ничейном рюкзаке, говорит, лежит что-то ценное. Голубь, злодей. Вот я отвлекаюсь на 5 секунд каждый раз. И каждый раз приходит голубь. Вот кто сейчас по мне лезет? Я имею в виду не вот это вот, а вот это. Их тут две, если кто не понял. Две. Две злодейки. Солнце, иди сюда. Сама, говорит, возьму. Иди сюда. Иди сюда. Смотри, тут... Нет, это не пойду я сюда. Ну ладно, все, такое видео, зарисовка. Вообще-то хотел показать, как модель красиво сидит, но заодно и других мел показал. Ну все.